Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня я объявляю еще один конкурс, но сегодня будут у нас глобальные призы, то есть, сначала, ребята, что нужно сделать, это подписаться на мой канал, поставить лайк под видео, оставить свой комментарий, желательно со своим скайпом, чтобы можно было вам потом написать. И, ребята, подписка на канал спонсора это обязательно, так как сейчас в этом конкурсе результаты будут объявлены на канале спонсора, не на моем канале, ребята. Сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 16 апреля, то есть среда. Конкурс будет длиться ровно одну неделю, ровно. На следующую среду, это у нас будет 23 апреля. Результаты конкурса будут объявлены на канале спонсора, ребята. Канал спонсора в описании есть ссылочка. И также есть ссылочка, вот аннотация. Вы тоже сможете перейти на его канал и ждать результаты конкурса на его канале в следующую среду. Какие призы, ребята? У нас есть три призовых места. Первое призовое место. Нет, сначала у нас третье призовое место. Третье призовое место у нас идет аккаунт с третьим Battlefield 3 премиум. Да, Battlefield 3, но все же аккаунт с ним. И также плюс одна лицензия Майнкрафта, то бишь плюс один аккаунт с Майнкрафтом. Второе место у нас идет уже четвертый Battlefield, аккаунт с четвертым Battlefield и также одна лицензия Майнкрафта. И первое место, ребята, у нас идет Battlefield 4, а также Battlefield 4 премиум, как бы, и плюс одна лицензия Майнкрафта. То есть лицензии Майнкрафта есть во всех призовых местах. То есть три лицензии Майнкрафта и три Battlefield. Ребята, участвуйте. Вот сейчас я буду проверять каждый фид всех участников, ребята. Все, что вы сделали, это вы должны вот это сделать, вот эти все требования. И также открыть свой фид, чтобы я смог зайти на ваш канал. И также посмотреть, сделали ли вы все требования, выполнили ли вы их. Так, вот эти все требования, что сверху написаны. Ребята, участвуйте, желаю вам удачи. Еще раз повторюсь, результаты конкурса будут на канале спонсора. И чтобы участвовать в конкурсе, нужно на него подписаться. Ссылочка еще раз в описании. Участвуйте, ребята, выигрывайте три призовых места. Всем желаю удачи, всем за просмотр, всем пока.